Машунь, ну что ты? Да, вот Маша, она заседает в сухом бассейне. Когда-то здесь был куб, первая ванна ее, которую ей сделали, которую Маша мужественно... А это поиски рыбы. Маш, нерест кончился, все, рыба на нерест не идет. Разыскивает глазами свою мамашу. Ну что ты? Ну, мы ей камбалы сегодня купили. Камбала — это скучно. Видели, как заседает? Учитесь сидеть правильно и красиво. Что там, Маш? Ветер доносит разные запахи. Маша в солнечном свете. Да, Маша? Да, вот такая красивая Маша у нас.